Часто во время приема пищи крошка попадает не в то горло. В этой ситуации человек начинает паниковать. Но делать этого ни в коем случае нельзя. Нужно срочно действовать. Что делать, если никого нет рядом? Интенсивно кашляйте. И лучше в положении стоя. Иногда этого достаточно, чтобы инородное тело вышло. Для усиления эффекта нужно согнуться пополам. Еще один вариант – устранить причину. Встаньте перед зеркалом, прижмите язык и постарайтесь сдвинуть застрявший кусок пальца. Далее выплюнуть его или запить водой. Если вы чувствуете, что задыхаетесь и теряете силы, навалитесь на какой-нибудь предмет, чтобы давление было под верхней частью живота. Можно использовать кулак, расположив его чуть выше пупка. Такое давление будет распространяться через диафрагму в легкие, выталкивая застрявший кусок пищи наружу. На крайний случай встать на колени и упасть на пол, разведя руки. От удара давление в легких резко возрастет. Что делать, если на ваших глазах подавился человек? Для того, чтобы устранить асфиксию, есть всего 5 минут. Попросите человека наклониться вперед. Похлопайте между лопатками ладонью. Попробуйте сделать до 5 толчков в живот. Нужно встать сзади, обхватив руками верхнюю часть живота. Поместите свой кулак между пупком и грудной клеткой. Обхватите кулак другой рукой и резко потяните внутрь и вверх. Следует чередовать 5 ударов по спине с 5 толчками в живот. И, конечно, не забыть вызвать скорую помощь. Что делать, чтобы не подавиться? Не спешите и пережевывайте пищу тщательно. Не ешьте много сухих продуктов, лучше запивайте их. И не забывайте старую, но верную поговорку: «Когда я ем, я глух и нем».